Привет, дорогие друзья! На моем канале видео появляются каждую неделю, поэтому не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. А сейчас мы будем рассматривать замечательный трюк под названием Space Shifter. Этот трюк мне очень понравился, и он наконец-то появился в свободном доступе на YouTube. Ну что ж, для этого трюка нам понадобится обыкновенная колода карт Bicycle красного цвета. Также нам понадобится две синие карты и одна с красной рубашкой. Лица не имеют никакого значения. Вы можете выбрать абсолютно любые карты. Для второго гиммика нам будет необходима карта с синей рубашкой и бланк фейсом, а также обычная бланк карта. Где можно приобрести эти карты, я постараюсь оставить вам в описании. Также нам понадобится дабл бэк карта, супер клей, канцелярский нож и эластичная нить. Ну что ж, поехали. Первоначально нам необходимо взять вот эти карты. Бланк карту и карту с синей рубашкой. Их необходимо сложить вот таким вот образом, чтобы карта с синей рубашкой находилась сверху. Их необходимо закрепить. Я использую для этого зажим. Взять иголку и на четырех краях необходимо сделать отверстие с помощью этой иголки. Как только вы сделаете два отверстия с одной стороны, переместите зажим и сделайте такие же отверстия с другой стороны ваших карт. Вот так это будет выглядеть. Я думаю, вам заметны эти отверстия. Теперь поменяйте карты местами. Обязательно обратите внимание, чтобы не перепутать их месторасположение. Отмотайте необходимое количество эластичной нити. Я использую нить 0,2 мм. Ссылочку на нее я оставлю в описании. Проденьте в иголку. И начиная с бланк карты, начинайте продевать эластичную нить во все дырочки постепенно. Как только вы их вытянете, обрежьте эластичную нить, перевяжите одним узлом, растяните, у вас получится вот такой крест-накрест, и капните суперклея. Я использую универсальный клей, он немножко дольше сохнет, но также подходит для нашего гиммика. Далее возьмите кусочек двухстороннего скотча и наклейте прямо на ваш склеенный узелок, для того, чтобы он дальше не разъезжался. Это поможет сохранить нам наш гиммик намного дольше. Отрежьте еще один кусочек и прикрепите чуть выше. Не крепите на верхний край, так как там нам нельзя, чтобы закрывалась эластичная нить. Итак, как только вы все проклеили, мы уже можем крепить нашу первую заготовку. Для этого откройте вашу коробку для карт. Первоначально необходимо сдвинуть нижнюю карту и обрезать верхнюю, повторяя выступ для язычка на коробке карты. Поместите ваш гиммик внутрь коробки и приклейте к ней. Ну что ж, теперь мы поместим любые карты, которые у нас есть, в эту коробку. Закроем ее и хорошенько прижмем наш гиммик.
Ну что ж, вот так мы достаем наш гиммик, отпускаем, и он возвращается обратно в коробку. Это и есть одна часть нашего гиммика. Переходим ко второй части. Нам необходимо сделать неглубокие прорезы на наших картах. Для этого я буду использовать вот такую линейку. Я согнул пополам одну из игральных карт и приклеил к ней двухсторонний скотч. Аккуратненько выравниваю на нашей карте линейку и делаю неглубокий прорез. Нам необходимо порезать буквально карту наполовину. Как только вы ее прорезали, ее можно согнуть вот таким вот образом. И одна часть у нас уже будет готова. Отложите ее в сторону. Возьмите синюю карту. И точно так же произведите надрез со стороны лица карты. Отклейте линейку, подровняйте вашу карту. Теперь наши две заготовки готовы. Отрежьте небольшой кусочек двухстороннего скотча. Переклейте на одну из сторон карт. И соедините их вот таким вот образом. Нам нужно соединить только одну половинку двух карт. У вас должна получиться вот такая заготовка. Так у нас получается синяя рубашка, а когда мы поворачиваем, появляется красная рубашка. Это имитация флап-карт, самая простая. Однако она не самая эффективная. Теперь на третью карту мы приклеим также на одну половинку двухсторонний скотч и клеим к ней красную часть нашего гиммика. Вторая же часть остается свободной. На нее двухсторонний скотч не клеим. Теперь сложите ваш гиммик вот таким вот образом, чтобы у вас была открыта красная рубашка. Закрепите ее с этой стороны. Возьмите иголку. И проделайте два отверстия на уголках карты. В том месте, где мы не проходили с двухсторонним скотчем. Вот так выглядят отверстия. Я думаю, вам они видны. Снимите держатель. Отмотайте необходимое количество эластичной нити. Проденьте в иголку. И начиная с лица гиммика, продевайте в сторону рубашки. Сначала в одно отверстие, потом во второе. Обрежьте иголку и завяжите гиммик на 2-3 узла. Теперь наш гиммик готов. Первый раз его нужно открывать максимально аккуратно, чтобы эластичная нить не порвалась. И вот так вот он у нас работает. Теперь нам необходимо его закрепить
на заднюю часть нашей коробки. Это будет выглядеть вот таким вот образом. Вообще в оригинальном видео используется колода карт Rider Back. У нее в задней части изображена рубашка карты. Но у нас таких карт не продается, к сожалению, в Беларуси. Я буду использовать обыкновенную колоду. Отрежьте большой кусочек двухстороннего скотча и приклейте на вашу деку. Аккуратненько выровняйте гиммик и максимально ровно приклейте его к вашей коробке. Теперь наш гиммик готов. Сейчас я попробую продемонстрировать, как он работает. Для этого мы возьмем карты с красной рубашкой, поместим вовнутрь. Достанем вместе с картами наш гиммик. Мы уже делаем вид, что у нас там находятся карты с синей рубашкой. Опускаем заготовку. И перед вами появляется колода карт синего цвета. Теперь отпускаем два гиммика. И у нас появляются карты с красной рубашкой. И коробок становится тоже красного цвета. Опять же, хотелось бы сказать, что гиммик работает не очень хорошо. Я бы не сказал, что я в восторге от этого трюка, но однако он имеет право жить. Также на гиммик необходимо наклеить защитные наклеечки, чтобы это больше выглядело на оригинал. Приклеиваем одну наклейку на гиммик с основной стороны, а также его раскрываем и приклеиваем на синюю рубашку. Стараемся клеить в том же месте. Кстати, на верхнем гиммике эластичную нить желательно тоже проклеить суперклеем, так как после 3-4 показа эластичная нить у меня съехала и узелок оказался на внутренней части гиммика. К сожалению, это уже исправить достаточно сложно, и желательно это предотвратить первоначально. Ну что ж, мы будем навязывать даму бубей в нашем трюке. Я сейчас покажу, как он работает. Сделайте контрольный мизинец. Пролистайте большим пальцем карты, зритель говорит стоп, вы снимаете на даме бубей и отдаете зрителю на проверку. Сами вы не должны видеть этой карты. Пока зритель смотрит карту и показывает зрителям, которые находятся рядом с ним, вы отворачиваетесь, прячете синюю коробку карт, а достаете гиммик. Что находится внутри нашего гиммика? У нас находится повторная дама бубей с красной рубашкой, а также даблбэк карта красного цвета. В начале видео я показывал даблбэк карту синего цвета, но немножко ошибся. Итак, вся эта конструкция должна находиться у вас в коробке. Вы должны первоначально зарядить ваш гиммик. Как вы видите, язычок у нас тоже красного цвета, поэтому мы его загибаем. И загибаем вот эти вот крайние ушки. Заряжаем гиммик. В принципе, уже можно поворачиваться к зрителю. Но лучше всего достать сразу и карты из коробка. То есть не вот в этот момент заряжать карту зрителя куда-нибудь в середину колоды, а когда они вот так вот высунут.
Как вы видите, когда я припускаю руку, у нас появляются карты с красной рубашкой. Вы их можете развернуть. Но я их сбрасываю просто на стол. Коробок желательно сразу убрать, чтобы на него не обращали внимания. Далее вы берете карты. Их можно развернуть вот так вот в руке и найти карту с синей рубашкой. Даете зрителю на проверку, соответственно, он удивляется. И в этот момент вам необходимо сделать контроль верхних двух карт с помощью мизинца. Вот так вот. То есть у вас на контроле оказывается Down Bubay и Double Back карты сверху. Вы берете карту с синей рубашкой, ложите наверх и делаете тройной подъем. У вас появляется дама. Ее можно положить на стол или же дать в руки зрителю, щелкнуть пальцем, и она станет тоже с красной рубашкой. Ну что ж, вот такой замечательный трюк мы сегодня разучили. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до скорых встреч, пока!